Восьмой час вечера. Я сегодня думала не снимать. Не знаю, взяла камеру, потому что я думала себе выходной делать. Может, даже и завтра видео не выйдет. А будет за два дня, я не знаю. Просто Джульетта после своего последнего класса хотела куда-то выехать. Заодно мы решили хорошее время для Габриэла поводить. Так что я сейчас со старшими детьми. Габриэл забыл свои права, побежал за правами. В общем, он будет за рулем, и мы едем в Target магазин. Так что я думаю, раз уж куда-то выезжаю. Welcome to my vlog. It's not like I'm in it every day, but yeah. You're not. I'm not. No. Only your pictures every day there, but you're not always there. So say hello. Hello. This disgusting car. Yep. Yeah, somebody has to clean this. Ладно. 50 miles an hour, new record. Габриэльчик. They're breaking. Идет машинка. Ooh, slow down. Yeah. Watch those brake lights. Yeah. Those are some weird brake lights. Yeah. If you see them brighter, you need to slow down. Thank you, Juliet, for helping. Yeah, спасибо, Juliet. Well, I'm actually paying attention and not filming. Говорит, я хоть это самое, смотрю, слежу за ним, не как некоторые с камерами тут. I guess paying attention to the road is more important than watching my speed. Закат, он был такой красивенький, не знаю. Зато смотрите, какие облака на этой стороне интересные. Так, все, мы в Таргете. Привез нас Габриэл. Это около бабушки, так что он приехал с нашего города в бабушкин город. Какой молодец. Ладно, Body Works. Приехали одни в Таргет, зашли в Bath & Body Works. Джульетте захотелось. Недостаточно она работает. Она решила сюда прийти. What do you want here? I'm exchanging my Halloween candle. Oh. Why? Ah. Okay. Она меняет. У нее Halloween-овская свечка. Она хочет поменять на летнюю свечку. You cannot do this in your work, at your work? I can, but I don't want to. Okay. Пасхальные такие эти. Освежители воздуха. И вот такие. Подсвечники тоже. А, это остатки с Дня Валентина, я так понимаю. Я вообще сюда не захожу, хоть дочь работает в этом магазине. Она мне привозит все время бесплатные штучки. Дружелюбные. Ананас. Фламинго. В общем, они уже готовы к лету. Вы готовы или нет, а мы готовы к лету. Я могу лето просто пропустить, я не против. Магазины готовы к лету. Еще пальма такая. Подсвечник. Надо на море. Вот такая, как ее. Вы меня поняли, да? Держалка для мыла. Да, русалочка. Конечно, это все излишки. Ну, оно мне нафиг не надо, да? Но прикольно. Кому вот такое прикалывает, пожалуйста. Магазин Bath & Body Works. Ой, какая прелесть. Представляете, это же, наверное, кто-то все-таки покупает все вот эти штучки. Там пасхальная поддержка для мыла, да? Или вот такая. Так бы они просто не делали. Значит, есть спрос. Такие летние штучки для освежителей воздуха. Бабы.
разные ароматы, да? Черная вишня. Что это? А, это поцелованные дождем лепестки. Мама дорогая, какая прелесть. Такие штучки. Такие. Смотрите, тут даже это такой грузовичок. Так, Джульетта сказала, что она нашла свечку, которая приносит ей счастье. Запах. Gabe's like, it's boring. Что я делаю в этом девчачьем магазине? Вот, о, мне нравится вот это. Вот целая коллекция. Вот там черепашка, дельфинчик, бутылка шампанского, фламинго. Вот вам берег, ананас. О, какой домик красивый. That is pretty. I don't know. I don't shop here, so I don't know. Она какие-то футболки себе смотрит, Габриэл. А не футболки, майки. Габриэл посмотрел на эту прелесть и сказал, ага. Because mine just disappeared. Ah. Scarlet? I don't know. Говорит, ее майки просто исчезли. Говорит, что Скарлет? Говорит, не знаю. Ты в стирку раскладываешь. Я сегодня ей принесла Габриэла джинсы в ее комнату. Говорит, мама, это не мои джинсы. Говорю, разбирайте сами. А Габриэл посмотрел на это все и сказал, я пошел в мужскую секцию. Я как бы не планировала деньги тратить на него. Ладно. Пошли мы посмотрим, что-то мальчику захотелось. Когда мускулы вырастут, говорит, it's extra, extra large, dude. Large, there you go. This is large, okay. Говорит, а то уже скоро не будет влазить его мускулы, вы понимаете. Он что-то вчера сделал, у него это, болит спина. Where is that hurting? What did you do to yourself yesterday? Тут верхний верх спины болит. Что-то потянул. Так он надеялся, что я его не пущу в школу, а я прям в дурочку играла сегодня. Мы решили. Габриэл, я решила Джульетте дать сидеть впереди, потому что я такой учитель. Careful. Я ему говорю, держись, говорю, правой стороны и показываю налево. Он держится правой стороны. We're just following my steps back. Yes. Just going the. У Джульетты лучше получается давать ему направление. Она не. Push the button and recircle, then it's not gonna blow as much. Yeah. Мне будет лучше. У нее с правым, с левым все нормально. Буду выпускать видео, но все же. В общем, вчерашнее видео пришли некоторые комментарии, что я, конечно, ожидаю, когда я называю там свидетельство из Мариуполя. Вот сегодня будет свидетельство о Буче. Мне пишут, что вот вам же не показывают то, что нам показывают. Нам доступны все ваши видео, все ваши новости, и я прекрасно понимаю, что вам показывать. Мне присылали ссылки на свидетелей из Мариуполя, и которые рассказывают совершенно другую историю, что их убивают там украинцы, все такое. Это все нам доступно, это все я видела. Очень правдоподобно, конечно, тоже звучит. Что я хотела сказать, я доверяю свидетелям. Вчерашнее письмо, которое я прочитала, да, это просто ходит по интернету, это, конечно, может быть придуманное. Я не думаю, что это придуманное, но все же. Я до этого читала также свидетельства от людей, которые лично знают людей, за которых я читала. Я также зачитывала свидетельства своей одноклассницы, которая писала
о том, что ее друзья прожили во время Бучи. И, в общем, поэтому я хочу зачитать, вот у нас в группе был такой пост. Девочка пишет: «Девочки, у кого-то есть родня в Буче, они подтверждают весь этот ужас, а то меня знакомая из Украины обличила, чтобы я не постила и не утверждала, что и как было, так как по ее словам врут обе стороны. Пишет, что ее друзья выехали оттуда и ничего подобного не рассказывали. Честно, не ожидала от нее такого». И, в общем, на данный момент я хочу прочитать именно свидетельства знакомых девочек, которые пишут комментарии. Один из ответов. «У меня одноклассник воюет, говорит, что нам и половину не показали, что эти ублюдки сделали. Мужики, здоровые мужики, не могли сдерживать слез. Подтверждаю», следующая девочка. «Мои одноклассники тоже об этом говорят. Советую всем, кто сомневается, идти за информацией на Daily Mail, британский информационный сайт. Они послали своих собственных журналистов сделать видеорепортажи из Бучи. У моего знакомого убили всю семью. Вот эти люди». И она предлагает фотографию. Так, это по-украински, буду пытаться читать по-русски. «Разговаривала с сестрой. Их финансовый директор с первых дней пошел на войну. Сейчас вышел на связь. Говорит, что был в Буче, в Ирпене и в Гастомеле. И так далее. И говорит, что то, что мы видим на интернете, это даже не десятая часть всего. А также, кстати, он говорит, что сейчас необходимо, чтобы все эвакуировались из мест и областей, где на данный момент большая небезопасность. Потому что именно за этих людей, которые там остаются, очень трудно воевать. Героизм их, кто остается дома, на данный момент просто тупой эгоизм. Это мешает воинам и поставляет их в опасную ситуацию. А также тех, кто будет доставать тела из-под обвалов и разминовывать, чтобы дойти до этих тел. Это очень недалекоглядно. В общем, это неправильно думать, что это их не затронет. И жертв могло бы быть намного меньше. Так что вот. Также держитесь лучше больше городов, не меньше. Больше городов, если уже будете где-то оставаться, лучше в больших городах, их охраняют лучше. Есть, видели, присылали больше фото, чем публикуют. Кстати, есть Камалия, певица, она сейчас там публикует каждый день очень хорошие видео того, что она видит. «Мы выехали из нашей красивой Бучи, дом, где выросли мои дети, в котором мы прожили 17 лет, 9 марта, убегая от пожара, который возник в соседнем здании. Вследствие того, что русский танк расстрелял штаб теробороны. Небольшое помещение на первом этаже пятиэтажного дома. Пожар распространился выше. Люди, в основном пенсионеры, лишились своего жилья в минус 5 мороз. До этого мы просидели с мамой 14 дней в подвале. Мама моя из 70 лет жизни, приблизь половину жизни была гражданкой РФ. В тот день, когда мы убегали от пожара, был объявлен якобы гуманитарный коридор. Мне удалось связаться до этого с волонтерами в тот день. У меня была отрывочная информация. Волонтеры сказали: колонна машин гражданских. Это на свой страх и риск. Красного Креста не было. Автобусы, которые украинская сторона просила выпустить из Киева, расисты не пустили. Мы ехали по этому гуманитарному коридору 12 километров, проезжая 3 российских блокпоста. И видели расстрелянные гражданские машины. Многие гражданские машины ракетами и танками, на них были наклейки «Дети». А в них, по всей вероятности, были дети. Вся Буча была покрыта пеплом. А когда мы проезжали Ирпень, мы видели высотки, сияющие черными дырами.
Там когда-то жили мирные люди. Сегодня был ужасный день. Эти кадры из когда-то красивой зеленой Бучи с домами и игрушками. Бученцы до войны были объединены любовью к своему городу. А теперь мы объединены любовью, помноженной на боли и ненависть российской армии. Это позор и отображение того уродства, что творится сейчас в России. Российский солдат проявил себя на нашей земле как садист-убийца, грязная тварь. Убивать мирных граждан, наручники на руках убитых, сколько мы еще узнаем. Мародер — это тоже особая ситуация. Вскрыты и разграблены все дома и квартиры. Все вывозилось, все, что они могли, включая холодильники, кроссовки, белье. Позор, ни разу не отмойтесь, ни разу. Позор на лице земли. И это не только Путлер сошел с ума. Армия мерзких нищебродов. Они офигевали, судя по перехваченным переговорам с их орко-самками, от уровня жизни у нас. Орда пришла на нашу землю. Позор, позор, позор. Это Киевская область, Гостомель, Ворзель, Бородянка, Ирпень, Буча. В Бучу пустили журналистов, и мир увидел. А сколько мир еще увидит? А то, что они творят в Мариуполе, утюжат мирный город, мирных безоружных граждан, убийцы, армия позорников. Моя знакомая вырвалась оттуда раньше по коридору, писала об убийстве и изнасилованиях под оккупацией, пряталась с детьми в подвале дома. Им повезло. У меня ее свидетельство есть. Не распространяйте путинскую пропаганду. Кто может верить этому? Все убивают себя, чтобы дискредитировать Россию. Какие идиоты еще в это верят? Когда уже Путин убьется головой об стену, чтобы дискредитировать своих врагов? Пусть нажрутся на новичка все эти кровожадные мрази и обвинят Украину. Мы поверим. У меня есть две семьи знакомые, которые были в Буче во время оккупации Росармией. И одна семья, которая выехала из маленького села в Киевской области. В том селе тоже были россолдаты. Я не хочу сейчас пересказывать все эти ужасы, которые мне они рассказали. Я не могу спать, и у меня трясутся руки. Но я могу сказать, что этим людям я верю как себе. И они подтверждают то, что российская армия – это не люди. Они хуже фашистов. И все зверства их реальны. Я боюсь, что ваша знакомая вам все равно не поверит. Нас родственница вчера материла и бросила трубку. Говорит, что это украинцы сами своих бьют. Мой муж очень из-за этого переживал, и я просто вычеркнула эту дрянь из нашей жизни. Ну, в общем, вы, наверное, тоже не поверите. Есть друзья из Бучи. Все зверства, расстрелы, головы мирных жителей со связанными руками, насилие женщин и детей и братские могилы – это все страшная правда и трагедия. Следующий человек. Да, есть и такие ужасы, рассказывают, что просто волосы дыбом становятся. Говорят, что то, что мы видим, это только 10% того, что там действительно творилось. Включая изнасилование маленьких деток на глазах у родителей, изнасилование жен на глазах у мужей. Следующая девочка. У мужа одноклассник с семьей смог эвакуироваться из Борзеля, это возле Бучи. Все ужасы подтверждают, у них на улице соседей поубивали, женщин насиловали, а потом мучительно убивали. Следующая девочка. Моя мама там сейчас, все правда, люди мертвые лежат везде, все заминировано. Не было связи 3 недели с мамой, нет воды, газа, электричества. В 500 километрах от дома стояли русские ракетные установки. 500 метрах, не километр. Гатили по Ирпеню без остановки. Когда русские ушли, мама сказала, что от тишины звон в ушах. Еще одна такая ссылочка. А что мешало уходящим русским оккупантам перед выходом снять не фейки цветущей целой Бучи с радостными, живыми, мирными жителями, чтобы противопоставить их фейкам от украинской стороны с постановочными шевелящими трупами? У меня кумовья из Бучи, они на фото узнали соседей, они вырвались на 3-й день оккупации. Другие друзья, которые вырвались немного позже, рассказали, что к ним в дом вошли российские военные и проверили ценные вещи, деньги забрали, что было, и ушли. А в соседний дом выстрелили из танков, погибла вся соседская семья. Это не для чувствительных, тоже на украинском, так что буду попытаться переводить на русский. Моей родственнице приключился выкидыш, потому что она узнала про то, что случилось с ее семьей, ее близкой ей человека. Она не смогла эвакуироваться с Ирпеня.
Я сейчас вам опишу то, что она мне, плача, рассказала. Сразу предупреждаю, если вы беременные, имеете проблемы с психическим, психологические, то вам лучше дальше не читать. Родители застрелили расисты. Скорее всего, их 9-летняя дочь это видела. Маленькую изнасиловали, 11. Я не знаю, как назвать их, потому что в украинском языке такого слова нет. Экспертиза показала, что именно столько видов спермы на теле девочки. За словами моей родственницы, у ребенка не осталось продуктивных органов. Эти нелюди все разорвали. Но на этом они не закончили. Они вырезали на грудях у этого ангела букву «З» и распороли ей животик. Моя ненависть все еще кипит. Она горит, как фосфорная ракета. И я желаю не смерти, а адских мук каждому, кто из России. Вот какую ненависть принесли эти освободители. Я понимаю, что много нормальных людей там. А как это пережить? Старым, молодым и их детям в том числе. Эти пассивные участники войны также виноваты, как и те, кто это все сделал. Вы говорите, Путин всем виноват? Это он сделал? Вся Россия должна отвечать за это. Не берите их в плен, парни. Не смейте. Жгите. Убивайте. Подрывайте. И в этом греха не будет. В конце я поставлю еще аудиозапись свидетеля. Тоже чувствительным лучше не слушать. На этом я буду закрывать блог. Огромное спасибо за просмотр, в поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я молюсь за свою Украину, за людей, которых я знаю, за свой народ, за свободу, за мудрость лидеров и за совесть каждого из нас. До новых встреч. Bye-bye. Привет. Не могу второй день успокоиться. Это я тебе видео прислала. Не знаю, понимаешь ты по-польски хорошо или нет. Это девочка, у нее мама волонтер в больнице. Привезли 40 деток с Ирпеня и из Бучи. Самый старший 14 лет. На их глазах расстреливали родители, а родителям перед расстрелом сказали о том, что мы ваших детей оставим живых, чтобы они помнили эту войну и уважали русских. Все 14 изнасилованы по много раз и вырваны все зубы. Это привезли этих деток в Польшу. Блядь, я не знаю, передай пацанам, чтобы они их, сука, руками рвали. Блядь, мы тут второй день все в шоке, Лена. Просто пидорасов перед этим кастрировали, блядь, вырывали им, я не знаю, и гланды, блядь, и кишки через рот. А потом гасили нахер. Это просто ужас, Лена. У нас, блядь, вся Польша на ушах.